А ведь в жизни все хорошее и плохое начинается с того, что кто-то когда-то кому-то поверил. Всем привет, хорошего настроения. Сегодня я вам расскажу о праздниках на 23 апреля. Поехали! Всемирный день книг и авторского права. День английского и испанского языков. Всеукраинский день психолога. День защиты детей в Турции. День влюбленных в Испании. И день перца на Бермудских островах. Есть еще необычные праздники. День кактусовода и день свиданий под луной. А в народном календаре Терентий Моревный. Именины в этот день отмечают Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор и Яков. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1348 году учрежден орден подвязки, высшая награда Великобритании. В 1836 году в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник». В 1851 году выпущена первая почтовая марка Канады. В 1907 году Джек Лондон отправился в плавание вокруг света. В 1951 году учрежден Олимпийский комитет СССР. В 1964 году состоялся первый спектакль «На Таганке». В этом же году основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». В 1975 году в Киеве открыт Украинский музей книги. И в 1992 году в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети «Макдональдс» на 700 мест. И родились в этот день. В 1564 году Уильям Шекспир, английский драматург и поэт. В 1775 году Уильям Тёрнер, английский живописец, пейзажист. В 1791 году Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США, государственный и политический деятель. В 1804 году Мария Тальони, итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма. В 1858 году Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой теории, нобелевский лауреат. В 1869 году Борис Розинг, советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению. В 1891 году Сергей Прокофьев, русский композитор, пианист и дирижер. В 1896 году Мате Залка, венгерский писатель и революционер. В 1918 году Морис Дрюон, французский писатель и государственный деятель. В 1930 году Глеб Скороходов, советский российский писатель, телеведущий, заслуженный деятель искусств России. И в 1939 году Лев Прыгунов, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Когда вам звонит прошлое, не отвечайте. Ничего нового вам там не скажут. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем удачи и пока!